Кстати, ремонт другого Октябрьского моста в Новосибирске завершат до конца 2023 года. Сейчас объявлен аукцион на выбор подрядчика. Стоимость работ оценили в 998 миллионов рублей. Кстати, финансирование будет поступать из бюджета города. До 9 декабря этого года на переправе должны будут сделать первый этап ремонта, затем приступить ко второму. Отмечу, чугунные ограждения будут полностью демонтированы. Здесь заменят освещение, а также обновят покрытие. Не исключено, что во время проведения работ придется ограничить движение транспорта.